64. Выиграла 3083 билета по 250 рублей. Номер 9. Точка внизу. Номер 9. Выиграла 6104 билета по 166 рублей. Итак, я вас прошу предупредить нас о последнем ходе. Номер 48. Номер 48. Выиграла 7862 билета по 181 рублю. Разыгрывается последний тур. Ну и перед тем, как мы разыграем последний тур, мне хотелось наших игроков, во-первых, уведомить о том, что 14 апреля 392-й праздничный тираж, посвященный Дню космонавтики. В розыгрыше огромный призовой фонд. Джекпот, мы планируем, будет более 20 миллионов рублей. Сегодня он уже насчитывает 20 миллионов 200 тысяч рублей. Мы разыграем кубышку, 20 тарелок НТВ+, 50 мобильных телефонов и 6 автомобилей ВАЗ-2110. Я хочу вас уведомить о том, что только до 26 апреля, купив технику на сумму от 300 рублей в магазинах «Техносила», вы станете участником лотереи «Русское лото». Не упустите шанс. Розыгрыш призов 28 апреля. Ну и поступили в продажу билеты 395 и 396 майских праздничных тиражей. Будут разыграны огромные денежные призы. Джекпот, естественно, более 20 миллионов рублей. Кубышка, видеокамеры, мобильные телефоны, тарелки НТВ+, а также 30 автомобилей и 10 московских квартир. Результаты наших тиражей вы можете найти в газетах «Есть работа», «Сударушка», «АИФ», «Телеглаз», «Вечерняя Москва», по средам в газете «Антенна». В газете «Антенна плюс Теле7» это в регионах и в другой региональной прессе. А также не забывайте, что в газете «Московская правда» по вторникам печатаются подробнейшие результаты тиражей всероссийской телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну и последнее, что мне хотелось, конечно, вам сообщить, что в Элисте 17 апреля состоится наш выездной, очередной наш выездной тираж. Наступает весна, и мы начинаем посещать города Российской Федерации, где знают, любят нашу игру. И вот 17 апреля на стадионе «Уралан» мы будем играть в выездной тираж. Не забудьте запастись билетами, которые вот держат мои очаровательные девушки-ассистентки. Итак, 17 апреля на стадионе «Уралан» мы с вами играем в нашем выездном тираже. Итак, последний ход. Последний решающий. Витас. А, вы уже выиграли. Есть уже победители в студии. Вот посмотрите, что вы уже наделали. Вот видите как. Давайте поаплодируем тем, кто уже выиграл. Ну, а сейчас есть очень много билетов во всей Российской Федерации, где один номер только остался. Сейчас, в зависимости от того, какой номер вы вытащите, вот кто-то выиграет. Номер 64. Есть победители. Номер 64. Выиграла 17532 билета по 98 рублей. На 82-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 8 бочонков. Мы сейчас подведем итоги нашего сегодняшнего тиража. А я попрошу вас приготовиться к исполнению музыкального номера.